Привет! Как дела? Сегодня мы с вами находимся на генеральной репетиции военно-морского парада. Какие из кораблей будут проходить по акватории Невы, я вам сегодня расскажу и покажу. Пока стояли, ждали парад кораблей, я поснимала те, которые уже были в акватории Невы, стоящие на якорях военные корабли и подводные лодки. Кто-то уже выстроился на построение. В общем, ожидали, что все в 11 часов начнется. А также два президентских катера курсировали вдоль Синопской набережной. Но, к сожалению, генеральная репетиция 27 июля так и не случилась. Потом мы поняли, так как все дороги были перекрыты и полицейские машины везли каких-то важных гостей, что в Петербурге начался саммит «Россия-Африка». И вот одна из делегаций, по-моему, судя по флажку на машине, это была Центральная Африканская Республика, проехала вот так вот в составе колонны как раз-таки в 11 часов. И мы поняли, что репетиции парада не будет, и пошли гулять вдоль набережной к Марсову полю. По пути еще на Дворцовой набережной сняли военный корабль «Зеленый дол», который несет на себе калибры, насколько я потом слышала по телевизору на самом параде. А также восстановленный русский 54-пушечный парусный линейный корабль под названием «Полтава». Теперь он красуется в акватории Невы, принимая такие вот парады. Ну и дальше мы направились в сторону метро, и наш путь пролегал через Марсово поле. Тут мы вспомнили, как 2 года назад мы валялись с Челсиком на Марсовом поле и решили тоже прилечь, отдохнуть и поваляться на зеленой травке. Мамка уже залегла на Марсовом поле. Рухнула, устала. Ой, а это мне шарфик-подстилочка, да? Отлично. Ой, у тебя какой белоснежный. И я залегаю. О, мама уже спит. Как в Москве тогда? Ты где? Я тебя не вижу. О, дрыхнем на Марсовом поле. Нагулялись, отдыхаем. О, как красиво. Вид из кустов на Марсово поле. Так, поле. Волосы распусти. Да, ну. Ой, как хорошо. Какие воронушки. Кинь рядом еще, не только с ладони. Смелые какие, революционеры на Марсовом поле живут. А глазки какие, бусинки. Я говорю, могу и близко подойти. Дальше. Смелые питерские воробьи. Ты глянь. Ну, нифига себе. Срок. Надо, им крупно, помельче. И стоит прям рядом. Глазки блестят. Как цыплятки. Угу. Правда. Кто смелый?
кто смел, тот и съел. Вот тебе пословица. Угу. Стоят прям рядом. Ага. Чтоб воробушки с руки ели, я еще вон не видела. Голубь подошел. Сейчас он их босс всех разгонит. Эти прям рядышком подбегают. Голодные такие. Цап-царап. Такой культурный. Угу. Откусит и улетает. Культурный питерский воробей. Ты не лопнешь, деточка. Ну кинь, а то остальные менее смелые останутся голодными. Да какие хорошенькие, крупные как. Ну вон этому кинь, который на меня смотрит ближе к вот этому. Вову. Ой, мусор был достал землю. Да какие хорошенькие, это так близенькие. Челюсть. Такой мягкий, ага. Это самые перышки, я чувствую. Надо же, какие смелые. Ну, он понимает, что я его не обижу, раскорблю. А ты чего? Ну, давай, подавился, кинь. Что ли? Не, подавился, не подавился, я схватил самый большой кусок и побежал. А вон у этого хвостик, что ли, подвернут? Или что-то? Да. На бок. А, нет. Дерутся. На, малыш. Вот, все, молодец, взял. У тебя они все по именам уже наперечет. Малыш. Ну, тот, у которого хвостик там что-то было. Ну все, давай, хватит. А ты что, подавился? А то у них заворот кишок будет. А голубь он там бедный ходит. Глупый голубь. Голубь. Робко прячет. Тело жирное в кустах. Ну все. Что, картина тебе нравится? Вот это? Это какой-то Токио. Не, это не Лондон. Как зомби. А что еще делать? Девушка, а девушка, вы местная? А где тут кафе «Погребок»? А? Да. Или вы по кафе не ходите? Ой, ну, не побежим. Дойдем до
остановке сядем в автобус и поедем. Бедная наша собака. Смотри, там вон какой-то кот. Как где он там? Какой-то кот под зонтом, что ли? Угу. Это Петербург же город котов считается. Вот так вот несостоявшаяся генеральная репетиция военно-морского парада 27 июля превратилась в очень даже интересную и приятную прогулку по центру Санкт-Петербурга. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч.